С 15 по 20 июня Даугавпилс будет отмечать 746-й день рождения. На этот раз праздник пройдет под девизом «Общий язык. Искать, создавать, говорить». Соблюдая требования эпидемиологической безопасности, жители и гости города смогут насладиться обширной и многообразной развлекательной программой. Согласно доброй традиции, сначала праздник пройдет в микрорайонах Даугавпилса. 15 и 16 июня во дворах зазвучат городские ритмы в исполнении духового оркестра Даугава. В пятницу праздничное оживление придет в центр города. На протяжении всего дня перед посетителями гостеприимно распахнет двери краеведческий художественный музей, экспозиции и выставки которого совершенно бесплатно можно будет посмотреть также 19 и 20 июня. В 16.00 начнут работать уличные кафе в парке Дубровина. До конца праздничной недели здесь можно будет насладиться не только вкусным угощением, но и романтическими прогулками под звуки музыки, время от времени наблюдая за представлениями талантливых мастеров сцены, а также встречая живые скульптуры и танцоров в костюмах разных эпох. Чарующие звуки музыки пятничным и субботним вечером, а также воскресенье днем наполнят сквер Андрея Пумпора и площадь Твинейбас. Для Даугавпилса этот год не юбилейный. Тем не менее, многие важные юбилеи связаны со сферой транспорта, имевшей большую историческую роль в становлении и развитии Даугавпилса. Даугавпилс – город, открытый для всего нового, поэтому в этом году у даугавпилчан будет возможность поближе познакомиться с не слишком распространенным в наших краях и, можно сказать, экзотическим видом транспорта, который позволяет насладиться красотой ландшафта с высоты птичьего полета. Каждый день с пятницы по воскресенье можно будет наблюдать за полетами воздушных шаров. Вечерние полеты запланированы на 8 часов вечера в пятницу и субботу, утренние на 5 часов утра в субботу и воскресенье. Взлетать шары будут от нового корпуса ДУ по улице Парадес 1. Здесь же, а также у Николаевских ворот в крепости, с пятницы с 23 до 24.00 можно будет посмотреть на светящиеся воздушные шары. В завершении пятничного и субботнего вечеров с 23 до 24.00 за ДУ будет работать инсталляция музыкальных фонтанов, а в субботу это яркое зрелище дополнит огненное шоу с помощью горелых воздушных шаров. В субботу, помимо полетов воздушных шаров и развлечений в парках, скверах и на центральной площади, будет работать праздничный базарчик на улице Ригас и блошиный рынок в крепости. Вечером во дворике школы Саулас прозвучит поздравление городу от Даугавпилс Симфонета и художественной школы Саулас Скола. В воскресенье в 11.30 начнется мероприятие, посвященное 188-летию со дня освящения Даугавпилсской крепости. С 12 до 13.00 за новым корпусом ДУ будут проходить показательные выступления парашютистов, а с наступлением вечера ретро-настроение охватит реку Даугаву, по которой будет курсировать музыкальный кораблик. На протяжении всей недели будет проходить семейный спортивный фестиваль. Гостей будут встречать учреждения культуры. Полная программа мероприятия опубликована на домашней странице самоуправления daugavpils.lv. До 13 июня каждый может успеть прислать свое поздравление городу, которое затем будет опубликовано на странице Даугавпилса в Facebook или появится на цифровых стендах улицы Ригас. Участников праздника призывают вести себя ответственно, соблюдая установленные в стране нормы эпидемиологической безопасности. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.